Всем привет, с вами Влад, это мое новое видео. Сейчас мы наконец-то дождались Вову. Сейчас мы, короче, едем на три штыка. Там встретиться с девочкой одной, с Никой. Будем какое-то видео снимать интересное. Потом поедем на фабрику на концерт. Короче, едем в забитой маршрутке, как обычно. Даже на выходных маршрутка забита, даже есть какая-то. Короче, мы сейчас едем к девочке, Дима сказал, что он один к ней подойдет, а мы подойдем втроем. Интересно ее реакцию посмотреть. Я вам все покажу. Подожди, иди. За мной. Так, мы, короче, уже вышли. Привет. Смотрите, смотрите на нее. Ярик. А, блин, я хотел Ярик там. Она посмотрела на примака, так засмущалась прям. Калиновский, ты хоть бы не крестьянничал. В смысле? Это было все ради видоса. Не знала, я сижу, и думаю, сейчас по-любому кого-то возьму. Я вообще думал, что ты кого-то возьмешь. Поэтому я взял тоже своих. Ярик. Нет, я думала, что Ярик, смотрю, он онлайн с компьютера. Думаю, не возьмет. Что ты снимаешь? Я ее слова снимаю. Я ее слова снимаю. Так, короче, мы сейчас идем на фабрику. Мы уже почти дошли до фабрики. Дима мусорит, короче. Или Ника. Я не знаю, кто из них мусорит, кто-то, короче, мусорит. Мы почти уже дошли до фабрики. Сейчас дойдем, и я продолжу съемку. Короче, тут что-то... Примак, Дима, что-то орут. Ты пидорас ебучий. Я в жопу ты бутыл. Не надо мне в жопу ебать бутылку. Оскалкой. Я Мартыненко Андрей, писю девочка побрей. Когда девочка возле нас. Короче, вот так вот у нас весело, пока мы идем до фабрики. Короче, решили мы свернуть пока от фабрики, пойти в эпицентр, посмотреть маски. Что? Примака идея. Почему? Мне прическа нравится. Ну, конечно. Ну, берет и портит мне прическу. А мне нравится. А, если тебя ударить, ты ее засилуешь? Нарощим? А может здесь? Какой? Я подожду. Блять, маньяк думал. Как я понял, сейчас мы пойдем посмотрим маски. Потом Ника сказала, что мы цветочки пойдем посмотрим, но я думаю, мы не пойдем. Нет. Пойдем на цветочки смотреть. Цветочки там. Где маски? Я вводил, тебя что важно? Так, ищем маски. Как я понял, нам детячие товары, наверное. Сейчас мы померяем масочки. Влад, сюда. Игрушки мягкие. Сейчас покупатель сдал экономию в центре. Повод головы пицца пришел в Ковашев и Кузов. Ковы продавали сейчас ряхом. А, может быть. Короче, масочек мы не нашли. Их продолжим. Я хочу записаться на бокс. Сейчас идем, посмотрим грушу. Мы уже ходили с Димой на бокс. Точнее, я ходил. Я пойду, конечно. Пишите на тайский лучше. Я пойду на тайский уже тебе. Блин, я тоже хочу. О, есть ММА 250 гривен.
груши. Буквальная штука. Тихо. Гопота местная. Как дерога, если тут делать? На. Пиздец. Блин, теперь ходим, рассматриваем холодильники. Вот мы сейчас просто ходим, только что цветы посмотрели, теперь холодильники ходим, смотрим. Это такое ощущение, что ты когда с мамой выходишь куда-то, вы тоже ходите и тупо все смотрите. Вот сейчас то же самое. Что ты делаешь, а вы права не ходите. Наконец-то свобода, мы наконец-то вышли с этого эпицентра. Теперь, как короче, мы ходили, Доник, идем на фабрику. Хоть. Мы сейчас, короче, идем нюхать. Окс. Нюхать. Нихуя не хуй. Да ладно, это же не хуй. В общем, они нюхают. Наконец-то это видео. Вот тут куча народа. Короче, ребят, сейчас уже концерт закончился. Впечатление, конечно, у меня просто слов нету. Такой фиговый концерт был на самом-то деле. Ну, может, концерты нормальные, но люди просто быдло. Ну, короче, вот самое главное, что мне запомнилось, там женщина с ребенком, короче, разливает водяру, матерится тупо на всех, толкается. Мы пытались пройти в толпу, у нас ничего не получилось. Она нас просто выталкивала оттуда, там, материла. Мы, короче, ушли с концерта. Сейчас вот я уже подхожу к дому. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пока.